Нормативы ГТО сдали юные люберчане. Несмотря на дождливую погоду, на стадионе «Торпедо» собрались старшеклассники из 30 школ округа. Сегодня у нас сдают такие нормативы, как бег на 60 метров, норматив на гибкость, то есть наклоны, разгибание рук в висе, упражнение на пресс, ну и кроме этого метание и, соответственно, челночный бег. ГТО – нормы, по которым определяют уровень физического развития человека. В испытаниях определяют скорость, силу, гибкость, выносливость. Всего в комплекс ГТО входят 11 ступеней для разных возрастных категорий. Также успешная сдача нормативов учитывается при поступлении в высшее учебное заведение. До конца сентября прием нормативов в городском округе пройдет еще дважды.